Привет, меня зовут Алина, и сегодня я дежурная по городу. Мы находимся в креативном хабе под началом GID. Это пространство появилось совсем недавно, его цель – нетворкинг для творческих людей. А теперь давайте посмотрим, что здесь происходит. Креативный хаб планирует вести свою деятельность в качестве арт-резиденции для художников, кинематографистов, музыкантов и любых других представителей творческих профессий. Главное условие – желание творить и обогащать культуру своей страны. Добро пожаловать в наше пространство. Нашей сейчас первой целью является создание экосистемы для развития креативной экономики, поэтому мы стараемся объединить усилия всех творческих представителей. Это касается художников, это касается кинематографа, театр. Сотрудничаем абсолютно со всеми творческими людьми. Хотим, чтобы наша молодежь, она стремилась идти в творческие профессии. Последующей целью, после уже создания экосистемы, чтобы у нас открытое пространство, где ребята приходят, могут общаться, создавать какие-то проекты, мы помогаем упаковать эти проекты и, конечно же, с организационными моментами тоже предоставляем содействие. Креативный хаб стремится создать благоприятные условия для творческих людей, чтобы их работы можно было достойно представить не только в Таджикистане, но и на международной арене. Для этого планируется проведение выставок, фестивалей, мастер-классов и лекций. Например, сейчас для художников идет курс «Художник как бренд». Этот курс поможет художникам выстроить стратегию своей практики и даст необходимые инструменты для развития карьеры, начиная с портфолио и заканчивая правилами для разработки художественного исследования. Ведет его Каролина, методолог и искусствовед креативного хаба. Мы в креативном хабе стремимся дать художникам как можно больше возможностей для саморазвития и для профессионального роста, и курс «Художник как бренд», он как раз призван дать художникам те инструменты, которые помогут в реализации на международной арт-сцене, в том, чтобы стать на этой арт-сцене значимым игроком, стать видимым и понять, по каким вообще законам она устроена и как она функционирует. В креативном хабе уже появились резиденты – художники из студии графического дизайна и аналоговой печати. Студия занимается разработкой фирменного стиля, шелкографией, высокой печатью и линогравюрой. Однако это только начало. Креативный хаб планирует расширяться и объединять таланты для развития креативных индустрий в Таджикистане. Пожелаем им удачи!